интересную работу нашел. Вот, называется «Топографическое описание Харьковского наместничества». Значит, это 1788 год издания. Пишется, что, значит, украинские там какие-то хлебопашцы, которые, собственно, живут вот, ну, возле Харькова, скажем так. А так называемые русские, пишется, что, ну, короче, есть великороссы такие, великороссийские мужики рубят дрова, вот пишется. Украинцы есть и великороссийские мужики. Это страница 62. Вот. Скажите, вот как вообще вот эта национальность называлась в империи, как таковая? Ты смешон просто. Ты Почему? Просто смешон. Почему? А, я смешон, потому что не великороссы. Есть украинцы, есть великороссы. А где же русские? А где же исконно русские города? А где же Киев, мать городов русских? Интересно, интересно. Ну, я смешон.